Привет, орлы. Так, вы же знаете, я не люблю, когда грязными руками и со стола. Ну, пап. Держи. Держи. И все. А у нас в садике была экскурсия. Два жука большие с лагами. Шурик, а ты знаешь, что мы завтра едем к Морозовым на дачу? И там у нас будут и жуки, и гусеницы, и бабочки. А шашлыки будут? Шашлыки будем жарить. Будет речка, будем жечь костер. Не поедем мы никаким Морозовым. А что это не поедем? Мама придет, поговорим. Ян, я не понял, а почему? Мама придет, тогда поговорим. Лерка, привет. 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 А меня Лерка заточила показать свой новый заказ из Японии. Это пробный вариант, не смотри. Ты же вроде наказана. А родители забыли, что я наказана, да? К вам не можно. Мама знает, где я. Пойду поем. Если что, присоединяйтесь. Могла бы позвонить. А я звонила. Да, ты был вне доступа. А я скучаю. Ну, реально тяжелая неделя. Задолбался, как папа Карло. Вы с Леркой потусуйтесь. А мне работать надо, правда. Кирилл, мне приснился страшный сон, что тебе со мной не понравилось. Понравилось. Нормально. Созвонимся, окей? Яна с тобой не будет! Никогда! Спасибо. Привет, мам. Привет. Привет, мам. Ты сегодня долго. Да работы много. Просили задержаться. Ты мне хотела что-то рассказать? Когда? Ну, ты звонила мне на работу. Хотела что-то сказать. А, это... Да, я просто хотела узнать... Когда у Виталика физкультура, есть она завтра или нет? А потом вспомнила, что расписание поменяли. Садись. А ты с Борисом сегодня встречалась? Да, я была у них в офисе. Крутой, кстати. И о чем вы говорили? Надо учить английский, а потом... поступать куда-нибудь за границей, в классное место. За границей, значит? Да, а ты что, против? Мам, все хорошо? Устала. Здесь у нас баскетбол. Ну, какой баскетбол? Это
Импровизацию просто к кольцу прикрутили. Я иногда люблю так, видите? Лови. Вот. А там батут. А вот там у нас гостевой домик. В гостевом домике есть джакузи и баня. Угу. Если захотите переночевать, у нас милости просим. Вот там у нас чайный домик. Вот, а вот там у нас маленький прудик. А здесь мама хотела развести цветы, но потом передумала. Ну, мне просто стало жалко, потому что мы здесь очень редко бываем, к сожалению. Они все равно пропадут. Вот. Ну, садовников и так много зовут. Зато посмотрите, какие у нас выросли можжевельники. Все равны, как на подбор. Это летние веранды. Смотри, там тут еще. Яна. Ну, как тебе? Красиво. Ты очень взрослая и умная. Все правильно сделала. Я тобой горжусь. Я подумала, что вы действительно о нас ничего не знали. Ты. Ты представила себе каких-то других людей, которые пьют, ругаются, бьют детей. Спасибо. Нет, Шурка! Я кому сказала отойти от воды? Виталик, Шурка! Да ладно тебе, пускай играют. Угу. Они поиграют. Вон у них уже рукава мокрые. Мне потом с ними сиди. Побежали за мячом. Давай, давай, давай. Давай, я первым подам. Удачи. А как у тебя с Кириллом? Нормально. А я его послала. Спасибо. Его отец даст мне репертуар для разучивания. Кирилл передал мой телефон секретарю сам. Я не просила. Так что не такой уж он и плохой, как ты говоришь. Передал или сказал, что передаст? А куда собрался? Не такой плохой? А то, что он за мной ходил, бегал, звонил, срывался с лекций. Рассказал, как я ему снюсь по ночам. Просто с ума сходил. А потом я с ним переспала, и сразу все закончилось. И теперь ему кто-то другой снится по ночам. Так что будь умнее, подруга. А я что-то не въезжаю. То ты говоришь, какой он гад, то бегаешь за ним. Теперь снова рассказываешь, какой он урод. То, что ты не въезжаешь, это как раз очень понятно. Пацаны, давайте в футбол играть. Кто на ворота? Дети! Идите сюда. Смотрите, как хорошо, а? Как красиво. Эх, Шурик, нравится? Ага. Ну, я. Смотрите, как здесь красиво, а? Хорошо. Спасибо. За что? За то, что ты ее уговорила. Не за что. Она мне не сказала ничего. В смысле? Нет, я не сказала, кто прислал опеку. Чтобы братьев маленьких в детдом забрать. Ну, перестань, какой детдом? Максимум вынесли бы предупреждение. Предупреждение? Эти люди залезали к нам в шкафы, они в белье моем копались. А, в холодильнике нет молока. Она ничего не сказала. Она просто не хотела тебя расстраивать. Нет. Это она на твою вот эту красивую жизнь купилась. Ей печеньки твои дороже. Не надо так говорить о Яне. Шур, ты давай там. Давай, давай, давай. Все нормально? А, да, все отлично. Ты уверен?
Уверен, ты чего? Все в порядке? Ничего. Ну тогда зови всех к столу. Замерзли? Я вижу, нет. Чемпионы получаются. Слушайте, вы такие спортивные люди, я никак не ожидала. Мне даже неудобно как-то. О, спорт, ты мир! Иди ко мне сюда, иди. О, сразу. Ага. А что с Леной? Она что-то так обиделась на тебя вдруг? Ну, она ревнует. Она же видит, как Яна к нам тянется. Это естественно. Эта девочка далеко пойдет. Наша девочка. Такая красавица. Это 62-й год, моя мама на коленях у бабушки. А это вот мамин брат, он в школьной форме. Но он утонул, когда был в 10 классе. Это мамина тетя. А ваш отец? А я его не помню, он ушел от нас. А где сейчас мама, тетя, бабушка? Ну, умерли, старенькие были уже. А мама умерла, когда я был 30 с небольшим от рака. Я тогда и захотел стать врачом. Давай подвезу, а то охрипнешь, промокнешь. Петя прослушать не сможет. Давай. Я серьезно, давай. Ты всегда возишь в машине зонтик и чай? А ты разве нет? А у меня нет машины. А, ну вот когда будет, запомни. Зонт всегда, чай обязательно. Мне звонили из офиса Вадима Григорьевича. В пятницу встреча. Мне дадут репертуар. Ну вот видишь, я же говорил. Отстану. Получишь. Получу. Дурак. Виталий Михайлов. А ты теперь знаешь, что тебя няня забирает?
Так, дети, мы сейчас с вами пообедаем, потом погуляем, потом сделаем уроки. Посмотрим мультики. А ты знаешь вот такую поговорку? Делу время, потехи час. Нам не потеху, нам мультик! Ну, хорошо, тогда погуляем, потом сделаем уроки, потом посмотрим мультики. Подожди, подожди! Куда ты? Потерялся. Ты еще, слава богу, что Филимонова их увидела из окна маршрутки и привела домой. Черт. А мне нравится, знаешь, вот эта няня. Кандидат педагогических наук. Сидела тут в истерике, я ее пустырником отпаивала. Господи, меня бы кто отпоил тут. Вы мне объясните, вы зачем убежали? Чего она? Не надо нам чужую тетку. Пусть Яна со мной приходит в садик. Да? А Янок за тобой больше в садик не придет, ей некогда. Она у нас важная стала, в люди выбилась, мы ей не нужны. Лен, что ты такое говоришь-то? Почему мы ей больше не нужны? Мы нужны. Так, давайте дуйте к себе в комнату. Пойдем. Ну, Яна тут при чем? Ну, учится она и пусть учится. У нее голова светлая. А ты такой и при пацанах. Да? А я смотрю, ты прям самый умный у меня в семье. Лен, давай сейчас не будем это начинать. Спасибо. Я их не люблю. Что им няня сказал? Он уже уснул, я его заговорила. Что за дела? Что им няня сделала? Да нормальная няня. Это не подошла, новую найдем. Они что, на меня обиделись, да? Они сегодня от няни убежали. Шурка чуть под машину не попала. Ну ты чего? Ну хочешь, все будет как раньше? Хочешь, я все брошу? Ну? Нет, как раньше не будет. Могла. Ну почему ты мне не сказала, что это Борис вызвал опеку? Потому что ты бы его потом не простила. А ты, значит, простила, да? А я поняла, мама. Ну налажал человек. Ну, он подумал, что мы какие-то садисты, алкоголики. Он что, слепой? Он глухой, он не видит ничего. Да он так все свои дела решает. Ты не понимаешь этого? Да вы что устроили? Вы сейчас пацанов разбудите и раскудахтались. Что случилось? Все хорошо, мы по поводу няни. Все, ложись спать. Чего? Какой нянь? Мне вообще завтра рано вставать. Ты молодец. Хорошо не научилась врать. Ах, типа в нашей семье никто не врал, да? Ангелы прямо. Тебе наша семья не нравится? Мам, ну извини. Ну, ошибся человек. Он исправился. Он извинился. Хватит. Ошибся. Сдачу не так дал. Сейчас. В вашем бесцеплемном плане.
Не припомню я у нее такого горла. С тех пор, как она во втором классе льда объелась. Помнишь? Угу. Врачу скажу, чтобы никаких антибиотиков не прописывал. Ну что ты? Да, в субботу у нас торжественный обед на теплоходе. Все будут с женами. Руслан тебя лично приглашал. Привет, Юль. Как дела? Привет. А я вот заболела. Можешь ко мне приехать? Мне очень плохо. Слушай, может завтра? Ну или послезавтра. У нас тут просто семинары. Я прессую? Не трогай моего динозавра! Алиса Ивановна! Виталик опять толкается! Михайлов! Не подходи к нему совсем. Ты же видишь, он ненормальный. Поэтому держись от него подальше. Но пусть не наступает. Виталик, собирайся. Здравствуйте. Ой, а где же ваша няня? Няню ветром унесло. Как я ее понимаю? От таких деток не то что ветром. Сбежишь, как на скипидаренный. Хорошие дети! До свидания. До свидания. Еще раз я узнаю, что ты толкаешься, я тебя так толкну, что ты улетишь. Ты меня понял? А потому что няню не того нету. Правда, правда. А я вот к вам в гости пришла. Привет. Здравствуй. Здравствуй. Вы к нам в гости пришли. Проходите. Так, руки мыть за уроки. Шурка, переоденешься, можешь потом посмотреть телевизор. Проходите, чаю. Можно я не буду разуваться? Да? Ты сегодня пропустила занятия? Это никуда не годится. Ты не успеешь подготовиться к экзаменам. Ну не хотят пацаны с няней. Что мне теперь делать? Значит, они манипулируют тобой. Дети прекрасно умеют это делать. Значит, им надо объяснить, что теперь у них будет няня, иначе никак. Мы и так здесь еле помещаемся. А няня куда, на голову? А если тебе ненадолго приехать жить к нам? Ненадолго. У нас есть гостевая комната, ты можешь там оставаться. Я буду довозить тебя до школы или наш водитель. А репетиторы могут приходить домой. Ну, давай попробуем. А Юля будет не против? Юля? Юля будет только за. Она заболела. Если ты напишешь ей чего-нибудь или позвонишь, ей будет очень приятно. Ладно. Не дождешься.
Что она ответила? У нее горло болит. Ну да. Ангина. Признаюсь, телефоном мой косяк, но и твой тоже. Как ты мог привести ее к себе в офис, да еще оставить в кабинете одну? Слушай, так и мог. Ей интересно, что у меня за офис, какие люди там работают. Что я там вообще делаю? Юльку туда ни за какие ковришки не затянешь. А я, слушай, ну, взрослый человек, принимает зрелые решения, с ней интересно разговаривать. Угу. Такое впечатление, что для старшей Юльки лет на 10. А ты не пробовала ее отвезти к психологу? Я Яну имею в виду. Зачем? Ну, посмотреть психологический профиль. Для ориентации, опять-таки, неплохо. Ну, я не понимаю, что тебя тревожит. Для 17-летней девушки она слишком расчетлива. Да к тому же склонна к манипуляциям. Ну, конечно. Она же моя дочь. Бросай. Хорошо. Спасибо. Номер 28. Здравствуйте. Меня зовут Яна Михайловна. Начинайте. Я заболела. Можете меня полечить? Что такое? Все в порядке? Все прям ужасно. Как будто бы никогда не пела. Угу, со всеми бывает. Перенервничала. Стресс, усталость. Ты-то откуда знаешь? Ну, просто я раньше занимался серьезно теннисом. Угу. И бывало такое, когда выйдешь на корт против соперника, который опытнее тебя, и ты его вдруг уделываешь. А бывало такое, что все подачи в сетку. Чего бросил? Ну, просто если заниматься этим профессионально, то надо отдать всю жизнь на это. А в жизни есть более интересные вещи. Например? Поехали, покажу. Я обещала Юле с тобой не разговаривать по телефону и не встречаться. Да? А ты составила полный список вещей, которые тебе запретила Юля? Не смотреть на мой правый глаз. Не говорить со мной о нильских крокодилах. А, нет. Не быть со мной рядом, когда влажность воздуха ниже 90%. Ну, скажешь, что я тебя связал и насильно засунул в машину. Поехали.
вот сейчас выпьешь, а завтра уже будешь здоровой. Спасибо. Держи. Аккуратно, горячее. Бывают, люди болеют ангиной от огорчения. У тебя случилось что-то? Я вам завидую. Почему? Ну, познакомились с Димой, когда были молодыми. Сразу поженились, потом прожили всю жизнь не ссорясь, не скандали. Ну, ну подожди, еще мы живем жизнь. Я надеюсь, еще поживем. Ну да. Понимаете, это как в сказке. Первый мужчина и навсегда. У тебя с мальчиком какие-то проблемы, да? Ой, ну вот знаешь, ну вот нет одного правила для всех. У кого-то получается сразу и навсегда, а чаще всего нет. Ну, у вас же получилось. Нет. Как это? А Дима? У меня был однокурсник, его звали Лазарь. И тогда, когда я утром только протирала глаза, а мозг еще мой спал, я 10 минут могла о нем не думать. А потом все. Меня накрывало, и я думала о нем постоянно. Вот что бы я ни делала, куда бы я ни ездила, вот только о нем и думала. Ну, вот мы стали встречаться. А однажды он зашел в аудиторию и сделал вид, что меня не знает. Ну, как будто между нами ничего не было. Сволочь. Сволочь. А Дима? А Дима? Дима, он ухаживал. Он очень долго за мной ухаживал. Ну, и я согласилась. Это у меня уже потом к нему любовь пришла. Она, знаешь, она, эта любовь другая. Она спокойная, она настоящая. А вот Лазарь, но он же вас бросил. Ну и бросил. Ну, видишь, прошло 17 лет, я об этом спокойно могу тебе рассказывать. И у тебя так обязательно будет. Ну, ты что, ты... Ты вообще наплюй и разотри это. А если я его люблю? У тебя с ним что-то серьезное было, да? Было. Вы только, пожалуйста, никому не говорите, ладно? Ну что ты, ну... Ты знаешь, это надо перетерпеть. Ну вот прям... Вот прям перетерпи. А если с другой девушкой? Да хоть с ведьмой рогатой. Да он не с ведьмой рогатой, он с Яной. Господи. Thank you.
Привет, мам. Это кто? Я спрашиваю, что вот это за кадр в машине? Это сын моего продюсера, Кирилл Лазутин. Я вас потом познакомлю. Мам, ну что такое? Я же предупреждала, что я буду поздно. А ты разве не знаешь, что это подло встречаться с парнем Юли? А с каких-то пор Кирилл парень Юли? Она мне сказала. То есть вы еще и виделись, да? Да, она заболела, я ее навещала. Головой она заболела. Не смей так говорить! А вот и буду говорить. Кирилл давно не ее парень, он не ее вещь. Это Юля привыкла получать все, что она захочет. А он свободный человек, такой же, как и я. Она просила тебя с ним не встречаться. И что теперь? Да вы что, отурели, что ли? Вы сейчас пацанов разбудите. Что случилось-то у вас? Да ничего, просто Яна отбила парня у Юли. Да никого я не отбивала, он сам ее бросил. Что мне теперь у нее, разрешение просить? Нет, разрешение не надо, просто есть такое понятие, как совесть. Понимаешь, совесть. А у тебя с этим делом очень плохо в последнее вот время. Это у меня. Да, очень плохо, потому конечно. Что ты думаешь только о себе, не о нас. С отцом, ни о мальчиках, ни о ком. Вот только чтобы ей было хорошо и удобно. Да что, Лен? Да ты вообще не то говоришь. Яна вообще не такая. Это просто я ей дочь не родная, поэтому она и бросилась ее защищать. Ну-ка замолчи, ты как разговариваешь с матерью? Что ты сказала? Ничего. А ты знаешь, кто на нас настучал в органы опеки? Мам. Знаешь? Кто? Борис Морозов. И вот она считает, что это нормально. Мам, ну зачем ты это делаешь? Ну зачем? И ты еще после этого общаешься с ним? Ты ему в морду не плюнула? Ладно, как хотите. Ты куда собираешься? Так, всем спать, понятно? Сейчас я прям так разбежался, я тебя отпустил на ночь, глядь. Так, ну-ка быстро разделась и легла в постель. А ты меня не трогай. Как ты со мной... Шурик, я тебе сказал, быстро ляг спать! Ты как со мной разговариваешь, а? Я еще раз... Ты... Ну-ка! Спите! Давай, вперед, катись! С катертью дорогу, иди к ним! Лен, ты что такое говоришь-то? Ян! Яна! Лен, ну... Ну ты хоть... О, Янчик! Привет! Привет! Здорово! Давай, проходи. Мы тебе очень рады. Яна теперь будет жить с нами. Оль, привет. Скажи, а к вам Яна не приезжала? Да, она у нас. Все в порядке. Да я не волнуюсь. Ну, как тебе твоя комната? Супер. Здесь белье постельное. Это ванная. Там халат, полотенце, зубная щетка, ну, в общем. А вы что, с Юлей поссорились? А это пульт управления домом. Жалюзи поднимаются автоматически. Тебе на сколько поставить? Чем позже, тем лучше. Я понял. Thank you.
Что случилось? Ты проходи, что ж ты стоишь, помоги ей. Давай, конечно. Молодец, что пришла. Давай, давай. Давай. Хоть хочешь кушать? Ну, давай, да, проходи. Да проходи ты, не стесняйся. Ну что ты? Я поняла. Передайте ей, что папа приедет за ней через 20 минут. Да, он уже выезжает. Спасибо. Ты чего ждешь? Оля, успокойся, пожалуйста. Садись, поговорим. Садись. Я не понимаю. Юлька не ценит того, что имеет. Ей пора взрослеть. Вот она так поступила. Хорошо. Пусть теперь принимает последствия своего поступка. Боря, да какие последствия? Она простужена. Ребенок вообще травмирован всей этой ситуацией. Как ты не понимаешь? Она не ребенок. Юлька! Послушай, не надо ее упрашивать все время. Звать, стелиться перед ней. Хватит. Хватит, Оль. Я понимаю, что тебе тяжело, но не звони ей. Выдержи паузу. Все. Это такой важный воспитательный момент ради ее же будущего. Я им не нужна. Ну что ты такое говоришь? Они тебя очень любят, за тебя беспокоятся. Хотят, чтобы ты вернулась. Так. О, как раз мама. Да. Да. Да, конечно. Ну вот, а они разрешили тебе у нас пожить. Здорово же. Я же говорила. Вот так вот их перепутали в роддоме. Мама прилетела за Юлей, а ей дали Яну. Она что, не видела, кого ей дают? Ну она же маленькая. Они все одинаковые. А почему она приходила за Юлей? Зачем ей Юля?